рубеже нулевых годов мне вместе со съемочной группой «Криминальной России» пришлось работать по очень необычному делу. По Санкт-Петербургу прокатилась волна странных преступлений. Кто-то убивал пожилых людей, убивал очень хитро и жестоко. Доктор Смерть. Такое прозвище получил безжалостный и неуловимый преступник. '99 год. Санкт-Петербург. Васильевский остров. Старый дом на Наличной улице. В одной из его квартир 22 ноября нашли тела двух женщин. Бывшая прима-балерина Мариинского театра, 82-летняя Елизавета Персиянина, была задушена чулком. Что-то наше, смотрю, это чулок. Вместо контрольного выстрела убийца нанес жертве контрольный удар. Дочь Елизаветы Петровны, 48-летняя Татьяна, погибла от нескольких ударов той же отверткой. Никаких следов и отпечатков пальцев преступник не оставил. Что же ему было нужно? Зачем он убил двух женщин? Здесь, в центре, стояла такая достаточно большая ваза. Когда сыщики выяснили, что именно забрал преступник, их удивлению не было предела. В описи похищенного имущества было перечислено 6 стареньких потертых ложечек из серебра, фарфоровая статуэтка балерина, памятная для хозяйки вещь, хрустальная ваза, отделана серебром. Вот, пожалуй, только ее и можно было продать. Зачем же преступник забрал остальные вещи? Трофеи? Старший оперуполномоченный по особо важным делам Сергей Заботкин не мог избавиться от мысли. Вазу и другие мелочи взяли для отвода глаз. Настоящей целью преступника было что-то другое. Но что? Вечный неудачник, ботаник, зануда. Он и надеяться не мог на такое счастье. Уже несколько лет они вместе, а сердце по-прежнему заходится, как в первый раз. За что она любит его? Может, это простой расчет? Может, она подыскивает вариант получше? У нее был бешеный темперамент. В тот день он впервые проиграл. Мужчины говорят, осечка. Бывает. Но он вдруг почувствовал, это только начало. '99 год. Санкт-Петербург. Расследование двойного убийства на Васильевском острове продолжалось. Эксперты внимательно осмотрели квартиру и заявили: дверь не взломана. Хозяйка сама открыла ее и впустила убийцу. Бывшая балерина с недоверием относилась к незнакомцам. Почему же она не почувствовала угрозу? И вдруг в соседнем доме произошло новое жестокое преступление. Зоя Степанова многое испытала. В годы войны оказалась в концлагере, бежала. Жизнь била ее много раз. Но она не сдавалась. Я не знаю, она всех впускала, она всем помогала. Она просто верила людям. Но в то утро ее напрасно ждали во дворе. Она не вышла на улицу. Я заглянула и увидела ее лежащую. И ее удалили чулком. В тот день о страшном ЧП говорил весь Васильевский остров. Она вернулась домой такая взволнованная, рассказала о страшном убийстве по соседству. Спросила, а что, если преступник заявится к нам? Чтобы отвлечь ее, он протянул ей фигурку балерины на барахолке. Она озадаченно уставилась на подарок. Что это такое? Зачем? А он приговаривал про себя, только бы не догадалась. Обнял ее крепко и вдруг вспомнил события последних часов. В милицию поступил сигнал. Подозрение на криминальный труп. Пожилая женщина, вернувшись домой, обнаружила мертвого супруга.
Семья вела полунищенское существование. Денег и материальных ценностей не было. Вы меня простите, мне просто тяжело рассказывать, тяжело все вспоминать, тяжело пережить. Тело осмотрел судмедэксперт. Здесь данные судебно-медицинской экспертизы из материалов уголовного дела. Смерть ветерана войны наступила в результате инъекции сильнодействующего препарата, понижающего кровяное давление. Доза, как говорится, лошадиная. От такой умер бы и молодой, здоровый мужчина. Может, инъекцию сделал нерадивый врач из поликлиники? Да по халатности перепутал дозировку, а затем сбежал? Проверили. Ни один экипаж скорой помощи в дом 25 по улице Белла Куна не приезжал. Прошло еще несколько дней, и новое ЧП. Евдокия Панина умерла так, как мечтают уйти из жизни многие. Тихо, во сне. Но на локтевом сгибе покойной виднелся четкий след свежей инъекции. Из квартиры исчезли некоторые вещи. А на зеркале алела оставленная помадой надпись «Жизнь – это кайф». Я уколов не боюсь, третий год уже колюсь. Так еще в 90-е перефразировали известную школьную песенку о пользе прививок. А в 2000-м, что означает сочетание «шприц», «ложка» и «жгут», понимали даже дети. Надпись на зеркале «Жизнь – это кайф» из той же оперы. Щенячий восторг начинающего торчка, еще не осознающего, во что вляпался. Убийство – дело рук наркомана. Именно к такому выводу пришли питерские сыщики. Начались проверки наркопритонов, точек продажи зелья, облавы и допросы. А старший оперуполномоченный Сергей Заботкин вновь испытывал мучительное дежавю. Все это уже было. Пожилая женщина, смерть, пропавшие вещи. Сыщик отправился к судмедэкспертам и просмотрел протоколы осмотра всех предыдущих жертв. Поначалу не поверил своим глазам. Бывшая прима-балерина Персиянина и ветеран войны Зоя Степанова тоже имели на коже свежий след от инъекции. Причем, по заключению экспертов, игла шприца была введена в вену очень точно, профессионально. И вдруг судмедэксперты огорошили сыщиков. Трупов со следами уколов не три, а больше. Минимум семь. Преступления начались здесь, на Васильевском острове. Продолжились в Петроградском и Фрунзенском районах. Каждый из этих районов по размеру и населению сопоставим со средним городом. От 120 до 400 тысяч человек. Неудивительно, что поиски доктора Смерть долгое время шли параллельно. Теперь же все данные свели воедино. Картина преступлений не оставляла сомнений. В Санкт-Петербурге действует серийный убийца. Вот уже две недели у него ничего не получалось в постели. Он стал избегать близости. Проклятые мертвые старухи словно забирали с собой его мужскую силу. Он и раньше чувствовал себя жалким лишенцем, а теперь остался без самой большой в жизни радости – ее любви. Убийца смешивал адский коктейль. С некоторых пор он перестал брать рецептурные препараты. Теперь в ход шли любые средства. Приходилось увеличивать дозу. Сдохнет бабка или нет, одной больше, одной меньше, теперь уже не важно. В Санкт-Петербурге происходят несколько жестоких убийств. Преступник расправляется с пожилыми людьми, из квартир похищает малоценные вещи и небольшие денежные суммы. Сыщики выясняют, все жертвы имеют на руках следы от инъекции. Кто этот человек-убийца со шприцем? Почему пожилые женщины впускают его в квартиру? И сколько всего человек пострадало от необычного преступника?
добрый доктор Айболит. Сидит под деревом, лечит кого ни попадя, причем бесплатно, на что сам живет, история умалчивает. Любимый детский персонаж. Советский супергерой. Доверие к врачам у пожилых людей воспитано с малых лет. Разве можно не открыть дверь человеку в белом халате? Что и требовалось доказать. Мне открыли. Человек в белом халате прекрасно это знал. Сыщики выяснили, загадочный преступник не только убивал. За последние месяцы в разных районах города на Неве зафиксировано не менее 40 ограблений. Перед этим стариков всегда посещал какой-то доктор. Потерпевшие описывали примерно одинаковую картину. Пришел врач из поликлиники, сделал укол, больше ничего не помнил. Его охватил приступ ярости. Он схватил ее за горло и долго не отпускал. Хрипы и стоны казались волшебной музыкой. Испугался. Вдруг задушил. Но нет, она очнулась, хватая ртом воздух. Выходя, он вдруг заметил вазу, ту самую. Схватил и шваркнул ею об пол. Она смотрела ему вслед с ужасом и отчаянием. Кажется, в этот момент она все поняла. Медбрат. Именно такое прозвище получил убийца среди оперативников. Следственную группу возглавил молодой сотрудник прокуратуры Никита Тимофеев. Было известно, что действует преступник, представляющийся врачом, но реальные масштабы и количество преступлений было установлено значительно позднее. Началась проверка поликлиник, больниц, травмпунктов. Особое внимание врачам скорой помощи, которые имели возможность в рабочее время перемещаться по городу. Ведь все, без исключения убийства, произошли в период с 10 утра до часу дня. По-прежнему оставался неясным мотив преступника. Корысть очень сомнительна. Преступника по-разному. Одним он запомнился высоким красавцем, другим приземистым крепышом. В итоге на столе у сыщиков появилось не менее десятка совершенно не похожих друг на друга изображений. Это же не фотография человека. Это же, ну, типаж, что ли, лица. И задержать по такому фотороботу в условиях города зимы того периода невозможно. В этот момент поступило срочное сообщение. Медбрат совершил новое нападение. После ужасной сцены она долго боялась и избегала его. Но простила через неделю. Почти все было как прежде, за исключением одного. У них больше не было секса. Он был в отчаянии. Все кончено. Любимый быстро надоест муж-импотент. Такой красавице хочется страсти. Как удержать ее? Он приносил ей подарки. Эти красивые, хотя и не всегда нужные вещи. Все для нее. Только бы она не устала. Не прекратила верить в него. Труд
Трудно представить себе, каким нужно быть отморозком, чтобы ударить человека по голове топором или молотком. Выжить после такого удара практически невозможно. Особенно, если речь идет о пожилой женщине. И все-таки одной жертве доктора смерти это удалось. Пенсионерку Лилию Иннокентьевну Максимову родные обнаружили в луже крови. Думали, мертва, вызвали милицию. Но когда тело попытались перевернуть, раздался едва слышный стон. На руке потерпевшей медики обнаружили уже знакомый след от инъекции. В себя потерпевшая пришла лишь через двое суток. Сыщики Заботкин и Кисмирёшкин очень надеялись на показания Максима. Но надежды не оправдались. После удара топором по голове у женщины было спутано сознание. Чем-то тяжелым ударил. Подобные расспросы вызывали у потерпевшей панику и слезы. Страшно. Мне говорить об этом, вспоминать об этом страшно. Как же преступник подбирает жертв? Ведь он точно знает, что в квартире есть пожилой человек. Они ходят по домам наобум. Ответ на этот вопрос сыщики получили после очередного нападения. Тамара Тихонова чувствовала себя плохо. Накануне она сходила в поликлинику, где ей сделали флюорографию. Надо было забрать снимок. И вдруг раздался звонок в дверь. Кто там? Вижу, врач в белом халате с чемоданчиком. Врач произнес: вы только не волнуйтесь. Пожалуйста, присядьте. Я присела на кровать сюда, вот так вот. Присела. У вас в легких нашли затемнение. Женщина испугалась. Неужели рак? Мужчина ловко достал из портфеля тонометр, надел манжету, зашипела резиновая груша. В Санкт-Петербурге действует серийный убийца. Под видом врача он проникает в квартиры пенсионеров и делает инъекции снотворного. Страшно. Затем преступник забирает деньги и вещи. Если пожилые люди в момент кражи просыпаются, их ждет смерть. Но где именно убийца нанесет следующий удар? И как предупредить очередное нападение? Так, дышим ровненько, ровненько дышим. Ну, что я могу сказать? Плохо дело. Давление 190 на 130. Голова не кружится? Кружится. Ну, ладно, расстраиваться мы не будем. Один укольчик, и все проблемы будут сняты, поверьте. Какая пожилая женщина откажется от внимания врача? Тем более, если этот добрый человек сам предлагает свои услуги. Доктор Смерть не отличался разнообразием приемов. Он применял всего один, но очень эффективно. Точно так же он поступил в квартире Тамары Тихоновой. Измерив давление, начал сыпать медицинскими терминами, затем полез в портфель за лекарством. Вот я вот так вот и прилегла. Я слегка прилегла, подала ему руку. Минута другая, и женщина потеряла сознание. Все загудело, зашумело. Она пришла в себя лишь через 2 часа. Сильное головокружение, тошнота. Из квартиры исчезли деньги, драгоценности и кое-какая мелочевка. Этот эпизод многое объяснил сыщикам Заботкину и Кисмирёшкину. Преступник действительно врач. Профессионал, дававший клятву Гиппократа, но почему-то вставший на путь убийцы. А самое важное, он каким-то образом узнал о посещении Тамарой Тихоновой кабинета флюорографии в местной поликлинике номер 56
и даже имел на руках результаты исследований. Немедленно отправились в лечебное учреждение. Здравствуйте. Кто такие? Телевидение. А разрешение есть на съемку? Уберите камеру. Ну вот, все вопросы разрешились. Сегодня, если захочешь зайти в поликлинику, то на входе обязательно столкнешься с охранником. В начале 2000 года ничего подобного не было. Заходи, кто хочешь, и бери, что хочешь. 56-й поликлиники, что на улице Пражской. Результат рентгенограммы мог получить каждый. Прямо на виду у посетителей висел ящик. Доступ к нему был абсолютно свободным. В ячейках рентгеновские снимки, каждый из которых снабжался больничной карточкой. На ней были указаны фамилия и домашний адрес пациента. Вот откуда преступник получил данные будущих жертв. Но как вычислить преступника, если взять координаты пациентов в поликлинике мог кто угодно? А что если человек зашел, взял пачку бумажек, да? Потом пришел к себе в квартиру, намечая жертву преступления, и начал анализировать. Вот этот дом стоит тут, это потом. Это вот поближе, это сегодня, это завтра, наверное, сегодня. Если догадка верна, то вскоре убийца отправится по очередному адресу из своего списка. Задача казалась не очень сложной, пока сыщики не выяснили. Таких пациентов было более 2000. И от этой цифры 2000, да, в общем-то, так это в голове-то шум пошел. Это ж проверить как все. Требовалось сузить круг поисков. Но как? В этот момент медбрат как будто с цепи сорвался. За 3 дня он совершил 3 убийства. Она случайно заглянула в его рабочий чемоданчик. Удивилась. Для чего колготки? Это вещь любовницы? Так вот почему у тебя ничего не получается в постели. Ты больше меня не любишь? Он принялся оправдываться. Ты все неправильно поняла. Я помогаю людям, как ветеринар. Усыпляю собачек. А перед этим связываю лапы колготками, чтобы все было чисто. Чтобы сгладить неловкость, он заговорил о любви, попытался обнять. Она раздраженно оттолкнула ее. В тот вечер жена впервые легла спать отдельно. Оставшись наедине, он метался, как зверь по клетке. Надо срочно что-то делать. И тут его осенило, как можно выпустить пар. Надежда Афанасьевна Фокина имела любимую дочь, фотография которой стояла на трюмо. Сделав пенсионерке смертельную инъекцию, убийца губной помадой написал на зеркале послание для молодой женщины. «Ты, девка, хороша. Была бы ты дома, я бы тебя...» И стрелка, указывающая на снимок. Он откровенно глумился над сыщиками. А те все никак не могли выйти на верный след. То есть вот этот сам такой климат, что ли, моральный, болей. Ну сколько можно убивать-то? Каждый день, получается. Как узнать, куда именно убийца в белом халате отправится в следующий раз? Идею подсказали рентгеновские снимки и результаты флюорографии. Выяснилось, что все жертвы последних дней проходили исследования на одной и той же неделе. Значит, именно тогда медбрат вытащил результаты из ящиков поликлиники. Таким образом, количество потенциальных жертв резко сократилось. Оперативная работа закипела с утроенной силой. Круглые сутки. Еду готовили там же, в кабинетах. От работающих электроплиток было очень жарко. Голый по пояс. Кто-то в майке драный. Причем так вот интересно. Одна лямка вот так вот висит. И вот он
Тетя пишет, пишет, потому что списки эти создаются, корректируются, вытеркиваются. Туда позвонил, три телефона одновременно. Устроить засады в 70 квартирах сразу. Такого питерский уголовный розыск еще не знал. Операция по задержанию маньяка вступала в решающую фазу. Утреннее совещание перед началом операции. Вам придаем еще людей, и мы садимся четко в квартиры к бабушкам. Засады. Задержали, зафиксировали человека. Личный досмотр тут же. Никакого сюсюкания. Задерживает человека жестко. 120 сотрудников уголовного розыска и около 200 милиционеров из других подразделений разъехались по адресам. Предстояло организовать 73 засады. Было очень непросто. Напуганные пенсионеры зачастую не пускали сотрудников в квартиры, несмотря на предварительную договоренность. Приходилось что-то придумывать. А что придумаешь в таком подъезде, где все этажи просматриваются снизу доверху? Тут и спрятаться-то негде. Что поделаешь? Просили с соседями, убеждали, уговаривали. Наша съемочная группа тоже расположилась в одном из домов на улице Турку, вместе с руководителем операции. Неумолимо приближался полдень. Преступник никогда не нападал позже часа дня. Неужели не придет? И тут поступило срочное сообщение. Парадную на Белый Куна, 19, пошел мужчина. У нас засада снаружи. Всем нарядом, всем, кто поблизости. Срочно подтянуться сюда и блокировать соседние дворы. Повторяю, проверить всех, возможно, сообщники. Что у вас там? Мы, кажется, его взяли. Мы оказались на месте буквально через 10 минут, когда задержанный еще не успел прийти в себя. Содержимое чемоданчиков казалось более чем любопытным. Так, чулочки, носочки. Опасная бритва, чулок, шприц, медикаменты. Документов у задержанного не оказалось, но ему все же пришлось назвать свое имя. Максим Петров. Врач 5-й подстанции скорой помощи. Он действительно оказался профессиональным медработником. В 2000 году, работая над выпуском «Криминальной России», мы еще многого не знали об этом человеке. Точнее, не знали практически ничего. Еще шло следствие, и многие материалы находились под грифом «секретно». Мы даже были вынуждены изменить фамилии некоторых потерпевших. Да и самого медбрата. Кстати, любопытная деталь. Лицо Петрова современному зрителю чем-то неуловимо напоминает лицо другого известного персонажа. Это Андрес Брейвик. Норвежский убийца-террорист. Тот же выпуклый открытый лоб, квадратное лицо и шкиперская бородка. Несомненно, поклонники теории Ламброза найдут немало пищи для ума. Но вернемся к Петрову. Свое появление в квартире пенсионерки он объяснял просто. Помогал коллеге, участковому врачу, обходить пациентов. Почему с таким странным набором предметов в чемоданчике? Да потому что в свободное от работы время усыпляет собак за деньги. Чулком, например, связывает им лапы. А ты сидишь третьи сутки и... Да вы знаете, вот я что-то не знаю, как, почему. Это обыск у подозреваемого. Дома жена Петрова. Совсем еще молодая женщина. Выглядит немного смущенной. Наивность или удобная маска? Я, например, считаю, вот мое личное мнение, что жена это тоже была не моя его соучастница. Она знала и догадывалась о всех его кровавых похождениях. Заботкин обращает внимание на импортную магнитолу.
такая же числится среди похищенных вещей. Аппарат откуда у вас? Отложу мужа. Муж принес, да? А как он вам объяснил, откуда у вас вот этот магнитола вот это? Это ему подарили. За то, что он помогает усыплять собак. Опознают медбрата и потерпевшие. Ты сидишь с негодяями? Ну, с камерой с негодяями сидишь? С ними. Тяжело? Тяжело. Тяжело. А почему тяжело? Потому что у каждого из этих негодяев есть мама, бабушка, тетя. И однажды он не выдержал. Заговорил. На вопросы об ограблениях Петров отвечал с монотонностью робота. Проникнуть в квартиру мне было, ну, не сложнее, чем, скажем, сантехнику или милиционеру, потому что врачу, конечно, открывают двери. Точно так же, спокойно и равнодушно, он рассказывал о грабежах. Вот кошелек я взял. И даже об убийстве. Вот тут вот лежал какой-то чулочек. Я его схватил и обмотал на шее два раза. И тянул, пока она у меня в руках не обмякла. Петров искренне полагал, он придумал гениальный способ ограбления. Вот только идеальная схема давала сбой. Иногда жертва слишком рано просыпалась и поднимала шум. Приходилось ее затыкать. Кричала она, или это у меня уже в ушах какой-то звон был. Вот. Но мне главное было, чтобы она замолчала. Это дом, в котором жил Максим Петров. Соседи, которые до сих пор вспоминают обо всем случившемся с легким недоумением. Обычный человек, достаточно интеллигентного вида. В общем, культурный, всегда здоровался, да, ничего такого не могу сказать. Да, прекрасная семья. А главное, зачем он все это делал? В материалах дела указано. Петрова интересовали лишь деньги и ценности. Но последний отрезок его страшной криминальной биографии говорит о другом. Три жестоких убийства за три дня. И одна фраза, произнесенная уже на суде, в адрес несчастных пенсионеров. Они уже пожили, и в этих словах была какая-то определенная вот злость, кощунство, то есть, что он ни в чем не раскаивается. Так что же им двигало? Жадность или жажда расправы, охватившая начинающего маньяка? Ответы на все вопросы здесь, на маленьком кладбище в Ленинградской области. Сам Петров любил побродить по кладбищенским аллеям и поразмышлять о вечном. Психологи утверждают, что так подсознательно проявляется влечение к смерти. Вот именно здесь покоится Анна Петрова, мать серийного убийцы. Сразу после смерти матери Петров как будто слетел с катушек. Тогда, сразу после ареста, Петров был молод и полон сил. Глумливо отвечал следователям, ерничал. Ну что вы хотите, чтобы я вам сказал о раскаянии? Это лично мое дело. Я не собираюсь перед вами объяснять, что творится у меня в душе. Но в его жизни уже начался обратный отчет. ...2007 год. Пермский край. В этом живом трупе практически невозможно узнать чудовище, что без раздумий отнимало жизни беззащитных стариков на рубеже нулевых годов. Он в колонии, отбывает пожизненное заключение. Впрочем, его срок, похоже, подходит к концу. Петров очень болен и прекрасно знает об этом. Я же врач. Я все знаю. Запущенный рак мозга не оставляет ему шансов на выздоровление. Растущая опухоль давит на мозговые центры, отвечающие за разные органы. Он плохо говорит, язык не слушается. Петров уходит из жизни постепенно. И ему по-настоящему страшно. Я скоро умру. Что может твориться в моей душе? Осознавать, что у тебя в запасе,
мне 20 или 30. Эта запись была сделана в знаменитой колонии «Белый лебедь» под Соликамском в 2007 году. На ней последнее интервью доктора смерти. Всего через 7 лет после ареста он сам оказался в положении жертвы и на себе испытал то, что чувствовали убитые им люди. Беспомощность, безнадежность, страх. Он многое тогда рассказал. Его откровения стали неожиданностью для всех. Для меня тоже. Я сделал это все из-за мамы. Маньяк, чудовище, убийца, грабитель. Безжалостный доктор смерти. Он плакал, вспоминая, как умирала его мать. После смерти матери у него развился сильнейший комплекс вины. Он не дал ей то, что должен. Но остались жена и дети, смысл жизни, надежда, отрада. Петрова охватил мучительный страх потерять семью, особенно жену. Но зарплата врача приносила так мало денег, а молодая красивая жена заслуживала гораздо большего, чем имела. Первые преступления Петров совершил в корыстных целях. И вдруг почувствовал собственную значимость. Петров оказался маньяком в душе. Его семейная жизнь рушилась. Жена была готова уйти. Свою злость Петров срывал на стариках. Он ненавидел их все сильнее и сильнее. Они жили, а мама умерла. Меньше всего мне хотелось бы оправдывать серийного грабителя и убийцу, на счету которого 13 загубленных жизней. Это редкостная мразь и душегуб, в первую очередь загубившая собственную душу. Кстати, уже в колонии Петров крестился и усиленно отмаливал грехи. Не помогло. Он умер в 2007 году. По злой иронии судьбы, не от рака, которого так боялся, а от сердечного приступа. Что это? Сердце не выдержало внезапного искреннего раскаяния? В этом не верится с трудом. Но так или иначе, в деле доктора смерти была поставлена точка.